Вчера в половине 12 часа вечера в самом центре Уралмаша на темной улице Ильича возле 46-го дома произошло беспредельно гнусное преступление. Толпа молодых отморозков пырнула ножом одноногого 50-летнего инвалида-колясочника Геннадия Швецова. По счастью, не насмерть. Я не знаю, вообще проходили внимание. Или с машины? Нет, молодежь. Сколько их было? Скоро. Как я даже поступили? Не знаю, толпа целая. Ну я же не спрашиваю. Они какие-то бритоголовые или что? За что они? Не просто шли мимо и все. Да. В возбужденном мозгу, конечно же, первая мысль возникает. Уж не мифические ли это скинхеды материализовались? Оказалось, вроде нет. С волосяным покровом хулиганы были. Да и откуда взяться в Екатеринбурге скинам? Скорее всего, так просто праздно шатающиеся пьяные упыри. Собственно, сама по себе фабула преступления не является чем-то выдающимся. Таких несмертельных ножевых подколов по области каждый день случается по десятку. Вопиющим является то, что у некоторых двуногих существ нет ничего святого. Отмороженность в чистом виде нападать на беззащитного и одноногого инвалида. Можно, конечно, по-разному относиться к попрошайничеству инвалидов в колясках. Дескать, они, ничего не делая, получают от добрых людей атомные деньги. Но ведь это же не повод резать безоружного инвалида ножом в бок. Геннадий Швецов был госпитализирован в 23-ю клинику в тяжелом состоянии. А подонки-резчики скрылись, и найти их не представляется возможным. Немотивированное, случайное преступление. Значит, примет никаких не дает. Сейчас мы организуем, значит, патрулирование буквально. Вот. И в общем-то, будем искать, конечно, но примет никаких нет.